Мне старая больше нравится. Устроим тест-драйв. Прижигаем бородавки у Маргариты. У нее две штуки. Вот такие вот лепешечки получаются. Обожгла пальцы. Доброе утро. Привет. Собирает завтрак Сана. Так, Максу тоже возьмите ланчбокс и Каролине тоже. Вот вам можно попкорн еще взять. Макс, дай тебе попкорн. В школу. Почему нет? А? Да, тебе попкорн. Все, собрали. Сколько? Максу еще что-нибудь дайте. Ага, выкидывай. Ксюня опять косичку будет заплетать. Да? Косички опять хочешь? Это неделя у всех, неделя спорта, да, у всех, и в садике, и первый класс, в общем, у всех классов неделя спорта. Давай расчесываться быстрее. Одеваться, 8 часов уже. Бегом, бежим. Обуваемся. Телевизор, а, ну ладно, пускай. Обулся? Давай, надевай рюкзак. А она не бежит же. Каролина чуть не забыла завтрак. Быстренько открывай свою сумку. Выходим. Устали, закончились уроки. Ждем Макса и Каролину. Сегодня у девчонок был день спорта. Вы вообще сегодня не учились? Нет. Только занимались спортом? Только играли, бегали, прыгали. Круто. Только в обед. Давайте заниматься культурой, опять у нас в обед. Опять сегодня? Опять сегодня в обед спорт? Да. Нет, мне 2 часа учиться, потом до 4. Поедем сейчас за мороженым. Да? Какое мороженое хотите? Английский. Нет. Нет, там припарковался папа. Почему там? Вот уже здесь было занято, а сейчас уехали. А где наша? Где наша машина? Пиратуды Хазаки. Это наша? Я так и знала, что купили новую машину. Это наша? Да ладно. Мы бутылки взяли. Вы чё? Да вы ладно, это не наша. Другая. Мам, где, куда вы дели? Дели другую? Да. Увезли? Куда? Продали. Это не наша, ты что? Да, я чё-то не поняла, вы не рады? Или вы в шоке? Давай, садись. Садись. Тут же только 5 мест. Макс не поедет, Каролина не поедет. Они всегда будут дома сидеть. Почему вы так умеете машину? Не было большой. Они в шоке, в общем. Где наша старая? Старая? Все, старенькая уже отслужила свое. Мне старая больше нравится. Здесь есть 2. Здесь есть 2 сиденья. Вот они. Вы просто купили или вы просто взяли? Нет, мы купили. Вот есть 2 кресла. Для Макса и для Каролины. Старая у Таты стоит. Вы что, вчера ездили? Мы утром мы ездили с папой. Утром? Да. А сегодня папа поехал рано утром за ней, там потом Вольво отвез туда, а потом приехал сюда. Вот почему он по делам поедет. Да. Мы не говорили куда. Нет, это сюрприз был. Там крыша открывается. Покажи. Вот, панорамная. А она сейчас закрыта сеточкой. Вот так вот. Идите, садитесь. А это нужно... Нет, это нельзя. Ксюше жалко старую машинку. Мне тоже жалко. Мы на ней 5 лет проездили.
Ну а что теперь делать? Она уже все старенькая, она уже поломанная. Почему поломанная? Ну потому что ее ремонтировать надо. И много денег за ремонт. Еще надо колеса новые. Да, колеса новые, там масло течет. Это холодильничек. Ну я у кого-то видела такую машину. Устроить тест-драйв. Не страшно? Нет, здесь быстро не можешь ехать. Нельзя здесь быстро ехать. Сейчас музыку поставим. Прижигаем бородавки у Маргариты, у нее две штуки. Как не проходит, вот здесь вот одна, вот она большая, и вот здесь вот одна. Это точно бородавка? Да, это очень долго. В общем, сейчас будем прижигать. Этот карандаш тоже такой. Все, готово. Один раз в неделю, через 2-3 недели должно пройти. Я хочу помыть окна и повесить шторы, потому что шторы я постирала уже. Сколько? Ты здесь будешь мыть? Угу. Тогда я вот это буду мыть. Но здесь, по-моему, больше снаружи. Да, вот эти надо, они внутри, вот эти вот заляпанные все. Вон то особенно заляпанное. Акробатка. Цветочки мои завяли. Цветочки надо уже выбросить, все. И на улице тоже помыла? Молодец. Ну вот, чистота. Они так странно ходят. Угу. А, где-то стул. Это полоса препятствий, типа? Знаешь, как сложно с этим? Ты зеленый полосатый вот этот, да? Знаешь, как сложно с этим? Они так странно ходят. Нужно дойти до финиша? Да, кто первый. Ой, это уже последняя пошла. Сейчас я пойду в школу, потому что там у нас гимнастика. И я пойду посмотреть. Если мне понравится. Можно ходить на гимнастику? Да. А-а-а. Потому что чирлидер у нас только один раз в неделю и каждые 2 недели. Я же примерно хочу знать, когда ты придешь. Время сейчас 6 часов. До 8, чтобы была дома. Не позже 8. Понятно? Все, шторки повесила. И сейчас буду пылесосить. Бонька у нас опять лезет. Шерсть везде и повсюду. Поэтому приходится пылесосить, не знаю, через день, чуть ли не каждый день. Хочу сделать дрожжевое тесто, пожарить лепешечки. Это вот свежие дрожжи. Один раз нашла рецепт хороший в интернете и забыла его сохранить. И получается, каждый раз, как я делаю тесто, я ищу новый рецепт. Я вот так вот поцарапала. Мне, чтобы сразу сохранить и делать по одному и тому же, нет. Я Маруся, вот это опять буду искать. Опять буду искать. Так, пока замешивается тесто. Так, сейчас тут все уберем. Быстрее, быстрее. Как она работает? Пальцы обожгла. Представь себе, еще 3 пальца. Только включила духовку, я не знала, что он так быстро нагревается. Только буквально минуты не прошло. Даже не минуты, даже, не знаю, секунд 10 прошло. Обожгла пальцы.
Ай-яй-яй, как ждет. А как нужно? Что нужно вообще? Посмотри. Я наклеивать на там, где тяпочка. Да, оно холодное. Да? Сейчас, подожди, я вытру. Еще один палец, давай. Вот этот жгет очень сильно. Не знаю, помогает это, не помогает. Папа купил. Вот этот пальчик безымянный жгет. Посмотрим, поможет, не поможет. Так же, как этот, наклеивай. Да. Ой. Еще больно. Еще вот этот давай. Прям три пальца. Не знаю, что за пластыри такие. Но пока жгет. Нет, пока жгет. Они холодные? Да нифига они не холодные. Нет. Что там есть хуйня? Тут меньше. А тут какой-то. Покажи, что там, может, что-то нарисовано. Так, в общем, тесто готово. Сейчас я поставлю. Я хотела в духовку поставить немножечко, ее согреть, чтобы тесто быстрее подошло. И дотронулась до этой, до верхней. Не знаю, почему, зачем я это сделала. Но... Больно? В холодильнике. Вот так вот не больно. Когда холодное трогаю, не больно. Ага. Так вообще не жгет? Они холодные должны быть. Такие смешные. Угу. Нужно в холодильнике их оставить. Так вот не больно, когда она холодная. Вот так вот теперь у нас Бонни гуляет. Только на поводочке. Угу. Непослушная собачка. Непослушная. Так, все, тесто у меня готово. Я хочу часть пожарить и часть в духовке. Такие вот булочки. И пожарить. Такое вот такие вот лепешечки получаются. Поджаристые. У меня закончилась бумага. Сухая. Салфетка бумажная закончилась. Приходится туалетной бумагой промакивать, чтобы масло лишнее впитать. Вот так вот. Быстро так готовится. Тесто хорошее. Вот так вот раз. И быстренько промокнем. Спать. Помогите мне убрать со стола. Макс уже хочет спать. Макс сегодня такой день был. Спортивный, да, Макс? Набегался он сегодня. Сегодня у всех был спорт. А у Каролины завтра спорт. А ты нет. Я-то думаю, она здесь сидит так тихо. Что она делает? Она телефон мой смотрит. Мне пароль поменять? Нет. Нет? Давай, переодевайся. Мама, я не хочу спать. Надо спать. Что у меня есть? Не знаю, что у тебя есть. Папа скажет завтра, что у тебя есть. Делай завтра 5 косички. 5 косички? Мама. Что, понравились косички? Да. Да? А когда будешь в шапке ходить, будь косички не... Вот я сегодня помыла, смотрите, помыла сегодня только. Вот, не видно, подожди. Во, сегодня помыла, посмотри, что сделали. А у меня тут будет грязно, потому что я... Ну, а зачем вот так вот, а зачем вот так вот открывать? Надо же вот так открывать. Ну, я вот так открываю. Купить новую щетку? Ну, купим новую щетку. Я хочу электричество. Бонь, ты гуляла уже? А? Бончик, ты еще не гуляла? Пойдем гулять. Гулять. Ау! Голос. 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 Ой, ты мой золотой, молодец. Умничка. Умничка, умничка, девочка хорошая. Голос она научилась. Ай, какая красавица. Хорошая. И что? И что это такое? Это что значит? Это что значит? Ладно, все, пока. Заканчиваем на этом мошлок. Всем пока. Увидимся в следующем видео.